Сегодня в программе: на каких лыжах удобнее покорять заснеженные вершины? Где купить по-настоящему качественный термос? Какой подарок наверняка понравится вашему мужчине? И что поможет справиться с простудными заболеваниями в зимний период? Снег и лед – лучшее, что дарит нам зима. Поэтому сиденье у телевизора стоит предпочесть, например, заснеженный склон. Но сначала за лыжами. Покорять горнолыжный склон в первый раз лучше на новичковых лыжах. Здесь главный критерий выбора – рост. Лыжи мы выбираем в первую очередь по росту. То есть длина лыжи должна соответствовать примерно подбородок плюс-минус 10 сантиметров. То есть от плеча, грубо говоря, до середины лица. При разработке модели лыж соотношение роста и веса учитывается заранее из расчета на среднестатистического человека. Но есть исключительные случаи. Если человек весит меньше, чем стандарт, то он может взять чуть-чуть лыжи покороче. Если он весит больше, то он может лыжи взять немножко подлиннее. И помните, экономия в этом случае не лучший выбор. Если вы покупаете лыжи на вырост, лыжи более тяжелые, то есть они обладают весом достаточно значительным. Ребенку будет просто тяжело осваивать горнолыжную технику. Он будет слабее поворачивать, слабее останавливаться. Следующий элемент снаряжения – это ботинки. Они должны быть правильной жесткости. Ботинок и лыжа работают как единая система. И если лыжа жесткая, ботинок мягкий, то при нагрузке ботинок будет сгибаться, а лыжа будет не сгибаться, то есть ему недостаточно будет передавать нагрузку. Если же наоборот, лыжа будет жесткая, то есть если ботинок будет жесткий, а лыжа мягкая, то нагрузка будет передаваться хорошо, но лыжа не сможет соответствовать этой нагрузке. Выбор лыжных палок тоже очень важен. Неправильно подобранная длина будет доставлять дискомфорт. Для того, чтобы не ошибиться, ее нужно перевернуть. Мы ее ставим на пол, и важно, чтобы угол, который создает локоть, при том, когда палка стоит на руке, мы ее держим так, он был прямой. Почему переворачиваем? Потому что если мы возьмем вот таким вот образом, то мы забываем, что эта часть уходит в снег палки, плюс лыжи с ботинками, они обладают определенной платформой, и человек на самом деле на лыжах находится выше. То есть люди, которые выбрали вот так вот палки, они зачастую берут палки меньшей ростовки. В целях экономии новички отправляются за снаряжением на интернет-порталы. По большому счету, если лыжи использует новичок или там, ну, обычный любитель, то им сноса не будет. То есть можно кататься 5 лет, и 10 лет, и 20 лет на одних и тех же лыжах. Поэтому если лыжи такого уровня не очень высокого и в хорошем состоянии, то я не вижу никаких проблем для того, чтобы кататься на бушных, по крайней мере, до того момента, когда человек сам не поймет, о чем он там мечтает, о топовой модели какой-нибудь лыж, ее там купит. По мнению экспертов, особые знания при выборе горнолыжного снаряжения не нужны. Можно просто довериться своему вкусу. Ориентироваться на внешность лыж и на цену, на самом деле. Потому что производителей много. Каждый производитель каждый год делает что-то новое, преподносит это. Но в большей степени это маркетинговые ходы, чтобы поднимать продажи. Потому что все марки лыж, то есть у нас там 10 марок лыж, 10 производителей представлены, допустим, на рынке, ну, 8-10. Вот, и все примерно делают, особенно в радиусе, вот именно в сегменте новичковых лыж, они делают примерно одинаковые лыжи. Покорять горнолыжные склоны лучше под присмотром знающего человека. А вот свое снаряжение иметь совсем не обязательно. Для первого раза его можно взять на прокат, чтобы определиться, нравится ли вам этот вид спорта. Термос – незаменимая вещь для отдыха на природе или же в офисе. Магазин «Склад Фаворит Кемпинг» представляет инновационные термосы от известной японской фирмы «Заджируши». Их главное достоинство – высокая теплоизоляция. Ее обеспечивают двойные стенки и вакуум между ними. Налитый в емкость кипяток даже через 10 часов сохранит температуру не менее 83 градусов. Тефлоновое покрытие металлической колбы защитит напиток от привкуса железа, благодаря чему в термос можно наливать не только воду, но и чай или кофе. Для тех, кто в постоянных разъездах, на диете или просто предпочитает здоровую пищу, термос для ланча. В нем в отдельных контейнерах может одновременно находиться и холодная, и горячая еда. Все термосы Заджируши в прочном металлическом корпусе имеют небольшой вес и компактный размер.
Эти и другие товары из Японии вы найдете в магазине «Фаворит Кемпинг». Цены вас приятно удивят. Знакомая ситуация. Считайте, что вы уже нашли решение. Корейский робот-уборщик – идеальный подчиненный. Просто выберите необходимый режим, и ваши полы всегда будут идеально чистыми. Он сам проведет сухую и влажную уборку одновременно. Его не остановит ни пространство под кроватями и диванами, ни пороги высотой до 20 мм. Улучшенная модель робота-уборщика от компании «Прямая Корея» оснащена системой микроконтроля и встроенной камерой, которая анализирует окружающее пространство, не допуская столкновения с препятствиями. Заботьтесь о своем защитнике, подарите ему незабываемые минуты расслабляющего массажа. Уникальный корейский массажер разомнет уставшие мышцы, словно сильные руки профессионального массажиста. Просто приложите его к нужному участку тела, будь то спина, ягодицы или ноги, и нажмите кнопку. Запатентованная технология массажера позволит подобрать идеальный уровень силы воздействия. Массаж наиболее подверженных усталости участков тела, шеи и плеч, можно сделать еще эффективнее, если подключить функцию разогрева. При нажатии еще на одну кнопку можно поменять направление движения массирующих элементов. Этот массажер от компании «Прямая Корея» особенно оценят и те, кто устает от активных физических нагрузок, и те, кто проводит много времени за компьютером или в кресле автомобиля. Тем более, что использовать это чудо техники можно где угодно. Работает он и от сети, и от прикуривателя. Делайте своим защитникам неожиданные и весьма полезные подарки. И поверьте, они не останутся в долгу. Неприятные ощущения в носу, сухой кашель, сохнет кожа, вам чаще хочется пить. Причина – низкая влажность воздуха зимой в помещениях. Зимой, когда включается отопление, сухой воздух вызывает сухой кашель, першение в горле и обострение хронических заболеваний у детей и у взрослых. Очень важно поддержание оптимальной влажности в помещении и для здоровых людей, и для больных воспалительными заболеваниями, и для аллергиков, которых очень много в нашем Приморском крае. Сегодня существует эффективный способ поддержания оптимальной влажности в помещении. Это приобретение японского увлажнителя-очистителя воздуха. Надежные 10-летние фильтры, функция увлажнения и ионизации, различные режимы работы японских систем позволят вам контролировать состояние воздуха, своевременно реагировать на изменения и поддерживать чистоту и увлажнение для безопасного и полезного дыхания. Мы купили очиститель-увлажнитель воздуха в компании «Прямая Япония». Дома стало находиться гораздо комфортнее. Цветы стали лучше расти, состояние кожи и волос улучшилось. Ребенок стал быстрее засыпать и гораздо спокойнее спать. Мы стали меньше болеть. Компания «Прямая Япония» предлагает широкий выбор увлажнителей и очистителей воздуха –